Йоу, друзья, подзатарились. Воздушный масляный фильтр на Мерседеса. Также повторитель поворотников стоп-сигналов диодные есть. Подсветку номера взяли, коннекторы взяли. В общем, будем на днях это делать. Сегодня-завтра доделаем сиденье поворотное для водителя, для пассажира. Ну и потом будем доделать мотохвост, так называемый, чтобы у нас не было вопросов с переносом номера. Погнали заниматься. Такой ленивый побегать. Друзья, продолжим дальше. Сейчас нам надо снять вот этот элемент. Я уже один болт открутил. Те раз два ты уже здесь сможешь как-то ходить. Нафиг это. Конечно, это беда. Надо сиденье вот такая двойка маленькая, чтобы было. Тогда еще кое-как. Это и здоровое. Косяк. Видите как? Во-первых, то сиденье выше, потому что поворотный механизм. Ну, это еще ладно. Второе. Здесь пролезть просто уже нереально. И это, конечно, беда. То есть во время движения сюда как-то вылезти или просто быстро не получится. Какой огромный минус двойки. Надо такую двойку, знаете, которая вторая половинка собирается в сиденье. Есть такие на пикапах, на джипах, либо с какого-нибудь японца, чтобы с одного сиденья получалось второе. Тогда вопросов нет. Это, конечно, дерьмо вариант. Вот так, друзья, это позиционируется. Блин, не так много места. Двойка, конечно, спереди, это ужасно. Надо какой-то такой трансформер иметь. Будем искать. На это путешествие уже поедем так. Та-дам! Остается теперь поставить чехлы. Тут немножко подшить форму, придать, здесь просевшая есть. И все, будет нормально. Почистим, помоем. И огонь. Теперь мы можем ехать официально с семьей. Почему? Потому что регистрация нужна. А так, как бы, три человека в этой кабине могут ездить. Разница между грузовым и домом на колесах. Это здесь перегородка. Изначально по заводу, помним, здесь была дверь. Ну, только за это меня могут отклупать. Ну, самый край, если вы уже не хотите ничего не переделывать, я бы вот такую двойку бы взял, которая есть, складывается в подлокотник. Надо, отложил, разложил у тебя. Ну, такой еще надо найти. Это с каких-нибудь японцев, либо с Т4, такие были двойки. Вот, тогда у тебя будет пространство прохода не так много, но все же. И поворачиваться будет проще. Надо его искать. И тогда может спокойно проходить. Если что, на крайний случай еще ролет ставишь. И тогда уже все, никто доколупаться тебя не может. Что уже здесь, это уже вообще никого не имеет значения. Как у нас в любом случае, будет это сиденье стоять здесь или не будет. Здесь мы сейчас выровняем такой же USB-шкой. Мы будем ставить аккумулятор. Ну, здесь ниша у нас для электрики будет. Так что мы сейчас дополнительно ставим хороший мощный провод для массы. Он у нас как раз здесь прикручивается. А плюсовой провод мы пока никуда подсоединять не будем. Потому что у нас в основном будет происходить только зарядка. Либо через 220, либо от того провод пойдет сюда. В общем, сейчас будем мутить. Я думаю, что если сделать это сиденье поворотное,
то получается, оно бы доходило сюда, то есть оно упиралось, ну вот представьте радиус, да, и уже проход был бы. Вот в чем дело. За вот этой перегородкой нельзя было бы сиденье повернуть прямо ровно, но... Не так, оно должно повернуться. Ну да, она бы закрывала бы пространство. Но вопрос, что бы давало, если бы я мог бы сделать поворотную? Проход, да. В остальном случае, все. Ну даже если она бы вставала боком, она бы вот загораживала пространство, и ходить можно было спокойно. А также сидеть за столом. Но этой дверью уже бы не пользовался, лазить надо было через ту. Вот. У меня, друзья, есть вот такой механизм поворотный. Он довольно очень классный и универсальный. Во-первых, есть движение вперед-назад. Второе, смотрите, какая конструкция мощная. Можно сделать вот эту штуку, вот сюда поставить, и будет вперед-назад, влево-вправо. Вариант? Вариант. Значит, что мы решили, друзья? Думал. Я принял решение снять это сиденье обратно и попробовать его покрутить. Либо подрезать еще вот здесь кусок. И тогда это сиденье будет откидываться сюда. Что будет давать возможности, во-первых, спать на нем. Второе, вылазить в более упрощенной форме. Бля! А мне казалось, она дальше раскладывается. Уголок неприятный, особенно около головы. Надо его как-то убирать. Переносить выключатель — это не проблема. Мазафака. С чего я решил, что они раскладываются до конца, не знаю. Но моя была идея в том, что я хотел, чтобы они откладывались напрямую. И таким образом... Не знаю, что таким образом... Сука. Ну, в любом случае, так удобнее ехать на дальнее расстояние. 100%. Ну, понятное дело, что с таким углом наклона лучше будет ехать. Видим, что у нас не уровень. Я планирую сиденье чуть приподнять за счет поворотного механизма, как который я говорил. Сейчас попробуем открутить и смоделировать, как будет поворачиваться. Ну, что же делать? Тяжело в учении, да, как говорится. Легко бою. Откручиваем болты. Почему не спрогнозировал изначально? На самом деле я не рассмотрел некоторые идеи. Мне казалось, вот сделаю так, временного выхода, а там уже дальше регистрировать буду. Сейчас важный аспект, что как ехать в новое путешествие. Но зато 5 мест. Есть, сняли. Ну вот, по сути получается, если система будет поворотная, то... Тут уже хоть проход какой-то есть, да? Ну, вот он, поворотный механизм. Он, помимо поворотного, он еще двигается, поэтому кое-как можно вот так, я думаю, развернуть. Все, здесь надо сверлить новые дырки на каждый выход, но это тоже не проблема. Потом вот эту часть снимать и вот эту ставить сюда. И все это обварить. Херня работы. Ну вот, типа, вот так надо варить как-то. Thank you.
Поставили мы сиденье. Конструкция пока временная, чтобы просто посмотреть, для чего. Временно я вообще три точки поставил. Сейчас попробуем поворачивать. Но я хочу его ниже опустить. Так слишком высоковато. Ты хрен заберешься, сюда будешь сидеть. Не очень, короче. Но опять же, здесь можно трубы подрезать. То есть не здесь на эти опоры, другие опоры дать. Сейчас будем смотреть. Во, блин! Ну, почти. Даже не совсем. Да, ну, как-то так. Под наклончиком. Ну, понятно, здесь еще ничего не прижато. Если эту спинку, этот материал убираем, то будет защелкиваться. Ну, наклон... уже ничего не поделаешь. Ну, так-то стоит. Еще она двигается вперед-назад. А? Эй, йоу, друзья, привет-привет. В общем, приехали мы в гости к моему другу. Смотрите, какая у него красота. Эй, даже есть снеговики. Мы потом с моим сыном тоже будем делать обязательно снеговики. Или пить их, так сказать. Пойдем посмотрим баньку. Можешь сказать привет? Привет. Так, а что, ты баньку не затопил, что ли? Вот сейчас топится. Еще? А, ну ладно тогда. Так, вернулись мы к нашим баранам. Значит, какой есть вопрос? Пусть еще даже она не прикручена, но мне кажется, что он может шататься. Короче, я думаю, надо вот так подрезать. Здесь тоже. Опустить ее ниже. Из-за этого именно опустить ниже. Есть вариант, конечно, сделать как? Обрезать вот эту часть. И вот она встанет сюда. Ну, а здесь... обрежем так и положим ее вот на эту часть. Она опустится. Будет ли этого достаточно? Непонятно. Так, дальше. Значит, я купил вот такие. Вот такие поворотники из табаки. Естественно, нам их надо прикрепить. Есть вариант такой. Куда-нибудь сюда, либо на крышу. Есть вариант. Будут они где-то вот здесь. Ну, на самой вот этой полке. Наверное, так лучше. Также нам надо поменять масло и воздушный фильтр, который мы также купили. И высушить бус. Ну, типа вот так делать. Либо вот крепление. Надо какую-то делать, приваривать элемент сюда. Номерной знак. Тоже какую-то палку крепления. Короче, это надо сейчас думать. Так, пусть пока прогревается. Я хочу прогреть немножко дом на колесах. Я уже его завел, пусть он поработал. Сейчас мы займемся двумя путями. Первый вариант. Подрезаем, либо, как я уже сказал, здесь ставим. Либо переносим вот этот механизм наверх, что гораздо сложнее по конструкции. Так, это относим сюда. Это относим сюда, да? Буквально 2 сантиметра. Просто несет сюда. Сюда нам мы просто-напросто что делаем? Отрезаем вот этот элемент. И вот этот отрезаем элемент. Он нам не нужен. Так, и... эту ставим и уже регулируем подъем-опусканием. Так, видите, у нас наклон. Нам надо чуть-чуть опустить ее. И таким образом здесь будем играть и опустим сиденье ниже.
Заподлицо, друзья. Вот это называется метод тыка. Примерные подсчеты. И опачки. У нас сидушечки готовы. Просчитался Максик, как всегда. В общем, друзья, все отлично. Мы ее поставили, нам понравилось. Уровень, высота. Но я ее сдвинул вправо, а не влево. Так как я делал, варил перевернутый, зеркально отразил не в ту сторону. Коврик порвал. Ну и нахер. В общем, переделываем. Прохода не хватает. Сместить ее чуть правее нельзя. Мешает стенка. Еще ее учитывая, что подрезать надо. Наклон, потому что пол идет вверх. Потому что как-то вот так. Ну, это как бы неплохо. Хотя бы есть какая-то альтернатива. А вот это, видите, задевание за все, это уже плохо. Ну, смотрится как-то не очень, вот когда вот такой наклон. Видите, большая длина, из-за этого есть сложности. Можно, конечно, еще угол сделать выше, но, не знаю, мне кажется, он ничего не даст. Тогда наперекос будет так идти. Ну, зато, да, здесь можно вот проходить, возвращаться. Ну, это сиденье можно вообще полностью повернуть. Здесь, я думаю, что надо подрезать, делать какую-то дугу. Выключатель перенесу сюда. Ну, вот так. А вот так, если я сиденье подвину вперед. То есть у меня на салазках двигается вперед-назад. Вот если еще сделать салазки, которая будет двигаться и в эту сторону, то есть у тебя сюда-сюда, то сиденье будет спокойно тык-тык-тык-тык. Ну, не спокойно, но вставать как надо. Третья попытка. Будем играть с этими сантиметрами. Хотя бы 2 сантиметра, 3. Мы ее еще сместим чуть правее. Левее, правее по ходу. Для того, чтобы выиграть пространство на коробке. У нас есть вопрос о том, что коробка передач задевает эту часть. Соответственно, я вообще думаю ее выровнять. Сделать выше рычаг. Таким образом будет немножко проще. Вроде все. Вот так и оставляем. Стало чуть ближе. Есть пару сантиметров, чтобы здесь висел ремень, его было бы достать. Полезли в нарнию. Друзья, мы будем смотреть теперь в кинотеатре. Эксклюзивный взял кинотеатр для Лили и себя. Чего ты? Я хочу на первом. Нет. Смотри на кнопочку. У-у-у-у! Офигенно. Вот это я понимаю кайф.